Пенсия с 1 января в Кировской области увеличится. Об этом сегодня рассказали в Пенсионном фонде. Выплата вырастет в среднем по России на 1000 рублей, и ее среднемесячный размер составит 15 400 рублей. В Кировской области выплату проиндексируют на 7,5%, и средний размер пенсии составит 14 391 рубль. Размер прибавки для каждого пенсионера индивидуален, напомнили специалисты, и зависит от стажа, заработка, страховых взносов и пенсионных баллов. Пенсию многие кировчане получат уже на этой неделе. Это те, кому перечисляют деньги на банковские карты. Те же пенсионеры, кто банковскими картами не пользуются и получают пенсию на почте, смогут это сделать в первых числах января, когда начнут работать почтовые отделения. Фиксированная выплата на 2018 год, то есть текущий год, была 4982 рубля. После индексации умножения на 7,5% она как раз и составляет 5334 рубля 19 копеек. У кого-то сумма индексации будет более 1000 рублей, у некоторых даже существенно более 1000 рублей, у кого-то она будет менее 1000 рублей.